Всем привет! Сегодня мы поговорим о продуктах, которые я использую для интенсивного домашнего ухода за волосами. Не обязательно тратить тысячи на одну салонную процедуру и заботиться о здоровье и внешнем виде локонов можно и в домашних условиях. А вы знаете, у меня волосы тонкие, я их окрашиваю достаточно часто, к сожалению. И, наверное, вы знаете, чем сильнее осветленные волосы, тем более хрупкими и беззащитными становятся они. И поэтому важно подобрать правильные питательные средства, чтобы дать им как бы вторую жизнь. И сегодняшние продукты для волос, которые я вам покажу, подойдут абсолютно для всех типов волос, в особенности для окрашенных волос, блондинок. Если у вас совсем уже убитые кончики, надо их состричь, это очень важно. Если они мертвые, ничего их не вылечит, к сожалению, даже самые хорошие маски. При помощи стрижки вы не только освежите образ, а также избавитесь от этих противных секущихся кончиков. Итак, первое, что я вам покажу, это горячая новинка от Kérastase, серум для ночного ухода. А сыворотка будет восстанавливать волосы, пока мы спим. И самое главное, что меня привлекло в этой сыворотке, ее не нужно смывать. А для меня раньше было нормальным явлением сделать масляную маску на ночь, на длину волос. Ну, сами представьте, просто с маслом на голове, на подушке, нужно какие-то манипуляции, типа шапочки на голове или полотенце на подушке. В общем, вид не особо презентабельный, особенности, когда рядом с вами ваш молодой человек или ваш муж. Это первый отрицательный нюанс в использовании масел в ночном уходе. Также второе, стопроцентные масла нужно смывать, то есть утром вставать, рано мыть голову, сушить, потом собираться на работу. А что если просто опаздываешь, все равно ничего не сделаешь, голову надо мыть, не в масле же идти. Также большой-большой минус, когда я пользовалась маслами, несмотря на восстанавливающий эффект использования масел, приводило к появлению желтизны на моих волосах. Поэтому я отказалась от множества масел уже очень-очень давно. Kérastase услышала молитвы тех девушек, которые хотят делать уход, ночной уход за волосами. Флакон очень стильный, из стекла, достаточно тяжелый. Серум имеет текстуру легкого молочка или нежного крема. Его удобно распределять между пальцами, а затем наносить на волосы и обрабатывать прядью за прядью, как делаю я. Несмотря на то, что средство на основе силиконов, я не ощущаю на подушке пленки, липкости, ничего скользкого. А сыворотка покрывает волосы, через небольшой промежуток времени достаточно хорошо впитывается без следа и оставляет блеск, мягкость и гладкость. Серум скользит по прядям, никак не меняет цвет и чистоту волос, что немаловажно. Они остаются такими же рассыпчатыми и чистыми. Как я им пользуюсь? Наношу на сухие волосы перед сном, перед тем, как ложусь спать. Жду 10 минут, пока серум впитается, и только потом ложусь спать. Утром встаю. И вы знаете, мне хватает пройтись расческой по волосам несколько взмахов, чтобы они лежали ровно и бегут по своим делам.
Некоторые это смывают после того, как наносят этот серум. Но вы знаете, я не считаю нужным, и у меня нету такой необходимости, чтобы сразу пойти после него помыть волосы. Волосы достаточно мягкие и не лежат сосульками. Очень сильно нравится мне это средство. Ну, вы знаете, конечно же, в объеме волосы меняются. Не такие они объемные, но это если кому-то важнее объем, чем увлажнение, почему бы и не помыть волосы. Производитель также пишет, что обещает нам питание изнутри, и также волосы становятся более сильными, более эластичными и упругими. Пока я от этого средства без ума, конечно же, я его распробую немножко больше и расскажу вам в пустых баночках. Следующие продукты для интенсивного глубокого питания у меня Толеплекс, которая укрепляет дисульфитные связи в структуре волоса и защищает волосы от повреждения. Вы знаете, впервые, когда попробовала эти продукты, не совсем поняла. Только спустя какое-то время мне очень сильно они понравились. Первое – это средство Olaplex номер 0. Действует как основа, подготавливает волосы для более глубокого питания других средств от Olaplex. Средство номер 0 – это предназначено для использования как первого шага в системе из двух частей Olaplex номер 3. А номер 3 нацелен на интенсивное восстановление дисульфитной связи, он питает наши волосы. Он, как и остальные продукты бренда, придает волосам плотность. Как я им пользуюсь? Пропитываю сухие волосы по всей длине Olaplex номер 0, который я вам показывала до этого. Выдерживаю 10 минут, не смываю, наношу Olaplex номер 3 и выдерживаю еще 15 минут. Я знаю, многие оставляют его на ночь, но я вам не рекомендую этого делать, поскольку Olaplex номер 3 работает только на влажных волосах. И поэтому мы используем сначала Olaplex номер 0, он как водичка, потом мы используем Olaplex номер 3. А во-первых, так как при таком длительном использовании на ночь волосы неизбежно высохнут, что приведет к обратному эффекту. Состав начнет собирать влагу из волос. Во-вторых, это довольно неудобно и бесполезно, поскольку технология полностью отрабатывает за 15 минут. Также, когда мы продержали уже Olaplex номер 3, мы используем шампунь и кондиционер. У меня тоже от Olaplex шампунь номер 4 и кондиционер номер 5. Шампунь, правда, он такой густой, мне это особо не понравилось, потому что, ну, может быть, это не так уж и плохо, потому что расход очень маленький. И кондиционер – это дополнительный уход от Olaplex, и вот эти вот два средства мне тоже очень сильно нравятся, и расход у них очень маленький. Каждая баночка по 250 мл, запах достаточно приятный. Я использую шампунь, промываю голову один раз, и после этого использую кондиционер и держу еще 5-10 минут на своих волосах, и результат отличный. Я сразу же вижу эффект, у меня волосы очень увлажненные, напитанные. И, конечно же, мне эти продукты нравятся. Девчонки, если у вас волосы достаточно уже хорошие, живые, вы не увидите результата. Это Olaplex, он больше для волос, которые уже
повреждены и которые сухие. И только для таких волос может быть какое-то спасение. Если у вас волосы в хорошем состоянии, я вам не советую тратить, потому что Olaplex достаточно дорогой, и я вам не рекомендую тратить деньги на эти продукты. Вам хороший уход, как масочка и масочка и какой-то хороший шампунь, вам будет достаточно. Если кто-нибудь из вас пользовались этими продуктами от Olaplex, напишите мне в комментариях, как вам нравится, не нравится. Дальше у меня вот такая вот маска от Kerastase для поврежденных, осветленных, эмалированных волос. Так как у меня волосы очень чувствительные, тонкие, маска творит чудеса. Волосы не перегруженные, мягкие, нежные, легкие, но не пух. Чувствуется прям золотая середина между утяжелением и супермягкостью. Есть небольшой эффект выравнивания. За счет этого волосы не путаются, соответственно, не выпадают и не обламываются при расчесывании. Маска имеет плотную текстуру и очень приятный цветочный аромат. Расходуется также очень экономично. На моих волосах быстро впитывается и сразу чувствуется увлажнение. Многие из вас уже, наверное, знают, что мою любовь к этой линейке Blonde Absolue. Для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео про мой уход за волосами, обязательно посмотрите. Я оставлю ссылочку под видео. Друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео про уход за волосами. Если да, ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. И мы увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока!